Здесь все как в обычной больнице. Проходят операции, делают уколы и УЗИ и даже принимают роды. Только вот пациенты рычат, шипят, лают и мяукают. Один из таких – этот великан Шарпей. Он заболел, но благодаря чутким хозяевам теперь в надежных руках под наблюдением специалистов. Иногда, конечно же, возникают проблемы со здоровьем у наших питомцев. И собака, и кошка. Мы наблюдаемся именно здесь. Благодарим врачей, которые помогают нашим питомцам, помогают им жить. И таких пациентов у врачей-ветеринаров в день несколько десятков. Помимо кошек и собак бывают и экзотические посетители. Например, хамелеоны, змеи, ящерицы и даже крокодилы. За каждого врачи переживают, как за своего. Эта работа занимает всю твою жизнь, поэтому она на самом деле очень тяжелая и эмоционально тяжелая. Потому что через тебя проходит не только много животных, но и людей, их судьб. За каждого ты переживаешь, за каждого ты думаешь. И на самом деле это тяжело. Кроме огромных физических и эмоциональных нагрузок, всегда есть опасность быть покусанным и поцарапанным. Лечить животных сложнее, чем людей, еще и потому, что они не могут пожаловаться и рассказать, где и что у них болит. Животные же они не умеют разговаривать, и в этом плане тяжелее врачам поставить диагноз. Несмотря на все трудности, врачи признаются в любви к своей профессии. Ведь за всеми бессонными ночами и потерянными нервами стоят спасенные жизни животных. А это главное. Татьяна Леонтьева, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.